Она была выведена в Германии в 1999 году и быстро стала популярной благодаря своим крупным махровым цветкам и компактному размеру. Название этого растения – гортензия крупнолистная баденси. Вы на канале Pion Market садовое растение, и в этом видео я расскажу про гортензию баденси. Сразу скажу, что это кустарниковый вид гортензии семейства гортензиевых, который получил свое название в честь озера Боден в Центральной Европе. Из интересных фактов выделю то, что цветы гортензии баденси могут менять цвет в зависимости от уровня кислотности почвы, на которой они растут. В кислых почвах цветы имеют ярко-розовый оттенок, а на щелочных почвах они становятся более фиолетовыми. Гортензия баденси произрастает на солнце или в полутени, но предпочитает более влажные условия, чем другие сорта гортензий. Этот вид гортензии не требует особенного ухода и может выдержать морозы до минус 20 градусов Цельсия, что делает его идеальным выбором для садов в холодных климатах. Гортензия баденси может достигать высоты до 1,2 метра и ширину до 1 метра, что делает ее идеальной для высадки как в садах, так и в контейнерах. А больше интересной информации про посадку, уход и не только я расскажу в следующих своих видео. Спасибо за просмотр. Если вам эта тема интересна, рекомендую подписаться, чтобы не пропустить мои следующие видео. Также рекомендую к просмотру и другие видео на моем канале.